Пожар на месторождении Каратурун Южный до сих пор не потушен. Специалисты 2 недели не могут найти способ остановить все воспламеняющиеся газовые фонтаны скважины. По последней информации, высота пламени порядка 7-10 метров. Глубина скважины составляет 1200 метров, говорят специалисты. Специально созданный штабом разработан план ликвидации. Для строительства необходимой второй скважины подготовлен технический проект. Для бурения готовят 2 площадки. Чтобы предотвратить распространение огня вокруг очага возгорания, ведутся насыпные работы. Напомним, пожар на месторождении начался во время ремонта скважины. При подъеме бурильного инструмента произошел выброс газа водяной смеси.